происходят самые простые принципы помощи другому человеку. Также человек прикладывает руки к другому человеку, испытывает состояние радости и доброты по отношению к этому человеку. И этим именно чувством он и лечит. Как сказано в тибетских пульсациях, там сказано, да и в рейке сказано, что в местах, где происходит передача или лечение человека от определенных заболеваний, необходимо в этот момент по отношению к данному заболеванию и по отношению к данному человеку испытывать ярко выраженное чувство, ну вот в рейке сказано любви, а в тибетских пульсациях доброты. Таким образом, ну если так разобраться, то это одна и та же история. Почему? Потому что доброта — это проявленная любовь. То есть доброта без действия, когда я думаю о человеке и люблю, то это любовь в моем сознании, в моем теле. А когда я проявляю действия по отношению к этому человеку, хочу его покормить, или хочу о нем позаботиться, или хочу ему что-либо купить, это называется проявленная любовь. То есть можно ли сказать, что любовь проявляется, и любовь и доброта являются одним и тем же компонентом? Конечно, любовь в нашем понимании — это чувство, которое возникает в человеке, а доброта — это проявленное действие по отношению к другому человеку.